Всем огромный привет, мои дорогие зрители! Сегодня покажу вам свою посылку от компании Oriflame. Сегодня у нас пятница 13-е, в Москве бушует жуткий, просто жуткий ураган. Дождь сменяется снегом, ветер такой силы страшный и вообще ощущение, что глубокая осень, а не весна на самом деле. Очень темно, пасмурно прям. И вот спасаюсь, если честно, свежесваренным кофе с корицей. Вот кружечка у меня от Oriflame, если вы узнали. Я их заказывала тоже себе не так давно. Вот, ну давайте покажу вам. Это заказ у нас, наверное, по четвертому уже каталогу. Вот Oriflame не пишет номера каталогов. А вот, ну давайте так ориентироваться. Предложение действует с 9 марта по 28 марта. Так, и новинкой в этом каталоге идет вот такая тональная основа. Написано, что она адаптируется. Прошу прощения, конечно, что отсвечивает все, но вот сейчас день, и за окном вот темно, как вечером. Значит, смотрите, вот здесь идет прям несколько страниц, ей посвящено. Смотрите, она водостойкая, имеет SPF 30, это очень здорово. И очень большая палитра, я считаю, оттенков для Oriflame, по-моему, это очень классно. Вот 10 оттенков с теплым, холодным и нейтральным подтоном. То есть вы можете, вот давайте поближе покажу, может быть, у кого нет каталога, кто-то не делал заказ. Вот, ознакомьтесь с подтонами. Я вам скажу, что я заказала нейтральный ванильный, сразу вот он в нейтральных оттенках, вот такой. И акции такой шло, да, а кстати говоря, цена в этом каталоге 599, и акция была такая, что выбираем помаду в подарок. Помада из серии Color Unlimited Super Matte, то есть суперматовая, и вот такие оттенки можете видеть. Я эту помаду просто обожаю в любом исполнении, и атласные, и матовые, в общем-то, всех видов всегда беру себе, у меня их целая коллекция, вот, но, естественно, я взяла себе в подарок эту помадку, выбрала я себе розовый коралл вот такой, посмотрим тоже, как это выглядит, у меня такой помады не было, розовый коралл, вот, так что давайте открывать и смотреть, значит, что будет попадаться. Так, значит, первая у меня здесь идет расческа. Я себе взяла вот такую скелетную, она тоже шла по скидке. Вот у меня такой вот нету, и я решила, что мне она нужна. Вот, давайте я вам ее вскрою, покажу вам, давайте, состав, может, кому-то интересно. Тут скелетная щетка для укладки волос. Да, именно для укладки я ее и приобрела. Вот такая вот расчесочка, очень удобная, приятная, вот такая красота. Вот. Так что с удовольствием буду пользоваться, это очень нужная вещь. Так, вообще у нас много там новиночек интересных, поэтому будем еще смотреть. Так, ну давайте начнем с основы, раз про нее начали говорить. Вот такая коробочка интересная, тут вот тиснение. Вот так вот это все выглядит. Тональная основа, на область вокруг глаз не наносить. И 30 миллилитров. Так, да, название оттенка ванильный, нейтральный. Срок годности и код продукта сразу вам видно. И, собственно, вот она, тональная основа. Это стекло, достаточно увесистое все. И что у нас здесь, какая информация? Сделано это в Польше, тоже ванильный, нейтральный, все обозначено. Так, ну давайте пробовать, конечно, в моем освещении. Да, смотрите, поворачивается носик, и можно убирать для того, чтобы, допустим, перевозить, или если там дети могут как-то каким-то образом достать. Ну, а детей лучше, конечно, стеклянное такое прятать. Очень много выдавливается сразу, с первого раза прям огромная такая у меня капля вышла. Ну вот, зато будет хорошо виден оттенок, я считаю. И мы с вами вот посмотрим,
как это разносится по руке, то есть плотность достаточно хорошая, я считаю. Вот покрываемость. Вот. А по поводу оттенка, оттенок достаточно приятный, действительно, он не такой холодный, не такой серый, как вот там нейтральный был. Давайте покажу вам еще раз. Вот здесь был нейтральный нюд. Мне показалось, он таким сероватым, вот такое лицо. Оно как-то будет немножко вот ванильный повеселее. Понятно, что оттенок кожи у всех разный и сложно так вот показывать, но в целом есть желтоватый, конечно, есть желтоватый тут подтон, хотя это нейтральные оттенки, не теплые. Ну, в общем-то, не такой серый, как будет нюд. Вот, давайте сейчас я вам покажу, как будут вместе руки. Вот, смотрите, мне кажется, повеселее, да, стон? Так, значит, это у нас тональная основа, ее отставим. Так, давайте сразу покажу и помадку. Так, помадка у меня вот в такой коробочке приходит, суперматовая. Значит, что сделано она, по-моему, в России. Пытаюсь я каким-то образом поймать фокус. Вот, в России. Так, и ее код вот такой. Это розовый коралл. Мы сейчас сравним с вами с каталогом. Сравним. Вот такой вот у нее такая упаковочка. И, конечно, она такая яркая. Вот. Ну, естественно, помада яркая. Что тут можно ожидать? Давайте смотрим с каталога. Собственно, да, это и оттенок правильный, все хорошо. И можете, собственно, видеть, у меня вот есть яркий коралл, а это такой же, но, видимо, в розовый просто оттенок. Так, давайте, может быть, я здесь покажу, как она наносится. Очень-очень красивая помадка. Посмотрите, как она сразу ровно ложится. Никаких нету проплешин. То есть, ну, прекрасно она себя ведет. Вообще на губах идеально. Просто идеальная помада. Эта серия фантастическая. Очень мне нравится. Сразу видно, вот, например, с лаком, как различаются, да? То есть, вот, вроде бы розовые, яркие, но вот совсем разные оттенки, уже это видно. Но помада хорошая. Так, значит, смотрите, еще вам покажу новинку. Здесь в самом начале каталога была такая акция, что при покупке двух товаров вот из декоративных новинок, ну, не только новинок, идет спеццена. Значит, я вам покажу, вот, кстати, эти помадки. Вот так покажу. Стойкая и атласная, которая прям такая немножко с блеском, да. Карандаши для губ идут в этой акции. И новые оттенки лаков. Эта серия лаков идет быстросохнущие лаки. И написано, что высыхает менее чем за 60 секунд. У меня был один из оттенков. По-моему, как раз-таки вот теплый беж. Вот такой был оттенок, он мне нравится, я его использую. Вот, чуть менее, скажем так, мне нравится он, чем серия 10 в одном, но как-то 10 в одном пока не расширяют. И вот среди этих новиночек я выбрала себе вот такой оттенок, называется он лавандовый крем. Лавандовый крем. Так, ну давайте покажу, значит, что у нас здесь написано. 8 миллилитров, код продукта, и покажу вам немножечко я вот так его поближе, чтобы вы могли увидеть. Очень-очень интересный оттенок, я думаю, что будет пользоваться популярностью. Хороший он вот здесь вот у девушки изображен. Вот, в общем-то, мне нравится, буду, конечно же, пользоваться. Итак, давайте смотреть, что там у нас еще была новинка. Я еще карандаш себе заказывала, но что-то я его пока не вижу.
Вот он затерялся сразу, чтобы нам далеко не уходить от декоративной косметики. Карандаши эти были вот на первой страничке представлены. А это новинка, да. Вот смотрите, есть 4 оттенка матовых и 4 мерцающих. Они стоили по 149 рублей. Некоторые здесь представлены, нарисованы, да. Вот у меня это лесные травы. Так, давайте смотреть, где это написано, чтобы вы видели. Forest Green 365-50. Изготовлено в Германии. 0,3 грамма. В общем-то, все это можете видеть. Собственно, вот здесь на карандаше есть оттеночек, он достаточно такой темный. И давайте покажу сам карандашик. Карандаш выкручивается. И нарисуем, давайте, рядом мы с помадкой, вот здесь и карандашом. Рисую вообще бесподобно. Тоже ложится очень ровно. Отдает очень хороший пигмент. Достаточно темно. Даже не болотный это, а именно прям вот... Ну, даже и не хаки, да, вот темнее, чем хаки. Ну, вот он будет таким отдавать. И тут и коричневый, да, что-то есть. Зеленое, естественно, большинство, но потемнее. Хороший оттенок. Хороший, в общем-то, качество отличное. Так, дальше покажу вам мицеллярную водичку. Это постоянная моя покупка. Очень нравится мне мицеллярная вода Oriflame. Беру ее, когда на нее хорошая цена. Так, дальше вот в маленьком таком предложении в центре каталога. Ну, такая листовочка. Значит, и здесь у нас были маски для волос. Кстати говоря, отсюда можно купить, заказав на общую сумму 500 рублей из текущего каталога. И я приобрела вот такую масочку для крашеных волос. Недавно окрасила волосы. И у меня, кстати, ничего нет в запасе для крашеных волос. Поэтому, в общем-то, приобрела эту маску. Так, повторила я себе кальций. Кто смотрел мое предыдущее видео, кто нет, посмотрите, перейдите. Там было... Этот кальций шел по акции за 799 рублей для представителей. А вот сейчас он идет по обычной цене, но я его повторила. Это морской кальций. Покажу вам вот здесь состав. Это морской карбонат кальция. Производитель утверждает, что усвояемость его до 98%, тогда как обычный карбонат кальция или цитрат кальция, в общем-то, там меньше. И этот лучше усваивается, и нигде не оседает, и вроде как это все полезнее и лучше. Что хочу сказать по себе. Значит, здесь 30 таблеток и 2 таблетки... В общем-то, в одной таблетке содержится 250 миллиграмм кальция. Соответственно, если вам нужно 1000 миллиграмм кальция получить через таблетку, вам нужно съесть 4 таблетки. Если же вы 500 миллиграмм получаете через таблетки, то есть учитывайте, что вы еще с продуктами получаете кальций и, ну, примерно должны представлять. Вот, то 2 таблетки в день вы должны съедать. Значит, если 500 миллиграмм, я вот съедаю, ну, как бы... две таблетки, но они как бы во рту рассасываются, не имеют какого-то такого там выраженного вкуса, в отличие, например, от кальций комплевит или же еще что-то подобное, то есть там вот эти мятные, клубничные, апельсиновые, да, несколько съешь, но потом же это становится очень противно и, ну, никак, в общем-то, не идет. Это же не имеет такого привкуса, с удовольствием я это ем, и поэтому я заказала еще раз, то есть потому что я съела вот эту упаковку, скажем так, и мне не противно, я могу есть еще, повторить для себя. Вот, поэтому, да, повторила. Возможно, потом заменю на какой-то другой препарат, но мне нравится. Подписки на этот кальций я не нашла, что меня, конечно, очень опечалило. Если вдруг что-то у вас есть, какая-то информация, ну, мне кажется, что я хорошо все посмотрела, и подписки нет на этот кальций. Вот, а так было бы, конечно, выгодно оформить подписку. Да, еще вот в этом маленьком
предложение в центре каталога. Я себе заказала сережки. Покажу вам сейчас тоже. Мне показалось, что они интересные. Вот они стоили всего 149 рублей, но такие вот розовенькие, зелененькие, прям ну, веселенькие. И давайте посмотрим, что же мне пришло. Называются они, кстати говоря, не знаю, никак не называются, что здесь написано Sugar Cane. То есть какие-то как леденцы, что ли, или что такое Sugar Cane. Так, давайте смотреть. Я думаю, под летнюю одежду будет это все очень здорово. Так, значит, смотрите. Вот эти розовенькие, они одинаковые. А вот эти вот, они разные. Так, вот, теперь все выровняла. Теперь бы поймать фокус. Вот. А смотрите, еще обратите внимание, что у них тут еще мелкие такие вот, как беленькие кристальчики, да, вставлены вот на этих палочках. Вот что тут, что тут. Ну, вот такие вот сережечки сзади. Так, ну, одинаково. Вот такие вот у меня обновочки к весне, к лету. Понравились мне очень. Почему-то, не знаю, захотелось мне вот их приобрести. Так, ну что, дальше идет у нас акция активности. Твой заказ, твоя скидка с 8 марта по 18 апреля 2020 года. То есть это каталоги номер 4 и 5. Да, значит, это у нас 4-й каталог. По нему мы уже делаем вот этот заказ. И какие же у нас условия акции? Размещай заказы в период действия каталога номер 4. И уже в каталоге номер 5, то есть в следующем, ты можешь выбрать любой набор акций по цене, которая подходит именно тебе. Разместить заказ нужно на сумму 50 баллов и более. И тогда мы получаем набор со скидкой 50%. И если мы размещаем заказ на 75 баллов и более, то получаем, ну, заказываем любой набор со скидкой 75%. Дальше идут, собственно, наборы, какие можно выбрать. Покажу вам вместе с ценами. У меня здесь больше 50 баллов, поэтому вот, например, я могу приобрести набор ножей за 799. Сумочка такая у меня есть, достаточно удобная, симпатичная. Я ее ношу весной, летом. Так, скатерть вот идет, такой наборчик. Здесь вот тоже, смотрите. Так, здесь духи и шарфик. Если честно, я не определилась еще. Вроде бы все, да? А вот еще один здесь есть набор, вот такой. Не определилась, посмотрю, подумаю. Обязательно, конечно, что-то я закажу. Вот, ну, здесь вот как-то очень много всего, да? Ну и цена 50%, 1055. Так что, в общем, есть на что посмотреть. Так, дальше у меня идет стандартный пакет. Так, что мне еще пришло? Бизнес и красота. Она в каталоге 4, 5, 6. Давайте посмотрим, может быть, какие-то интересные новинки. Ну, вообще, конечно, такая осенняя почему-то картинка. Я не знаю, почему. Здесь вначале идет все про бизнес. Значит, товары, которые могут приобретать бизнес-партнеры. И дальше здесь у нас могут быть новиночки в конце таких журналов. Давайте посмотрим. Здесь рассказывается про новую коллекцию Норскин. Да, вот новиночка идет. Пребиотический напиток с пищевыми волокнами, обратите внимание. А дальше вот идет рассказ об адаптивной тональной основе, которую мы с вами смотрели. Преимущества ее, посмотрите, стойкость 30 часов, умная формула, полуматовый финиш. Так. А дальше серия Fairness Essentials. Значит, что здесь преимущество ее? Увлажнение, защита, борьба с пигментацией, SPF 10. Вот так вот.
Это у нас серия солнцезащитных средств Sunzone 360, обновленные такие вот упаковочки. Новый дизайн, преимущества посмотрите какие у этих продуктов. Но главное, чтобы был спрей на SPF 50, это самое, наверное, вот он, самое лучшее. Теперь смотрите, здесь и body плюс face, то есть этот спрей вообще универсальный, его можно приобретать и пользоваться им на все. Тональная основа Cushion Giordani Gold, тоже преимущество, 4, посмотрите, оттенка. И фарфоровый теплый, слоновая кость теплый. Такой вот продукт. Матирующий гель Novage для жирной и проблемной кожи. Тоже вот такая вот информация. Так, ну и что у нас тут есть еще каталог? Собственно, коробка пустая. Так, каталог у нас вот такой вот. С первыми лучами вставай. Лучшие продукты для весеннего преображения. Значит, предложение, смотрите, действует с 30 марта по 18 апреля. А здесь у нас идут сразу новиночки вот таких ароматов. А что у нас здесь? Цветочный фруктовый зеленый, зеленое яблоко. А здесь у нас цветочный фруктовый с грушей, с кувшинкой, восточный цветочный миндаль и очень приятный масло иланг-иланг, ваниль. Вот такой очень приятный аромат, возможно, я себе и закажу. Так, солнцезащитные очки, шарф с растительным принтом, такие вот лимонные были несколько лет назад в Фаберлике принты. Вот и, собственно, новый бренд, вот идет Sunzone, вот этот Essentials. Посмотрите, новинка, разогревающая маска для лица, шведский спа-салон. Такая вот, за 299 рублей, кстати говоря. Так, что у нас дальше? Что у нас дальше интересненького? Вот такие вот масочки тканевые. А это, да, у нас такие были. Это два в одном, маска и скраб, вот эти вот, а это просто маска для сухой кожи кремовая. Вот смотрите, какие интересные появляются питательные маски для всех типов волос, маска смузи. Здесь можно, во-первых, аромат, очень классный фруктовый аромат, смотрите, банановая маска увлажняющая для сухих волос. Дальше идет для всех типов волос, и для, это с авокадо, и для окрашенных волос манго. Я, конечно, буду обязательно приобретать, 69 рублей цена. Вот. Ну, давайте сзади посмотрим, обычно интересные тоже предложения у нас на последней странице. Это помадки с эффектом сияния The One Power Shine. Их очень любят, я знаю, многие. Бальзам праймер разглаживает кожу губ. Любой продукт 179 рублей. Значит, что у нас здесь сзади еще идет? Гели для душа. Посмотрите, страничка с разными кусочками мыла, крема. Вот из разных подарочных серий и новогодних, и 8 марта. Вот это все не распродается, но представлено. Вот гели для душа собраны, шампуни, серия Love Nature. Так, что еще интересненькое есть для девочек, для мальчиков. Так, что вот у нас тут стало? Встречай новый бренд. А тут рассказывается, как подобрать средства с SPF. Вот, смотрите, детский вариант, тоже 50. Цены видно вам, я думаю, что... Карандаш есть специальный и лосьон для лица. Так, после солнышка. Вот так вот. Так, сейчас еще полистаем. Может быть, что-то интересненькое мы с вами тут увидим. Вот у нас серия Wellness. Так, здесь у нас для ногтей, но что-то не очень веселые цены. Сумочки, украшения.
Так, вот они новые оттенки лаков, которые мы с вами говорим. Вот мой любимый лак 10 в одном. У него очень ограниченная палитра. И, в общем-то, что могла, я уже себе приобрела. Так, новинка — жидкая матовая помада. Так, ну, вроде бы, вот она наша тоже новинка. Интересно все представлено. Можно листать как глянцевый журнал, собственно, что мы с вами и делаем. Ну, это уже ароматы. Вот такой вот каталог. Буду по нему делать заказ. Буду заказывать, конечно, какой-нибудь подарочек. Вот по этой акции активности. Посмотрим все с вами вместе. Распакуем в следующем нашем выпуске. Ну, а я пошла дальше пить свой кофе, который уже немножко, наверное, остыл. Вот, была очень рада с вами встретиться, пообщаться. Пишите свои отзывы, пишите свои комментарии, свои приветы. Мне очень приятно читать ваши отзывы. И, конечно же, подписывайтесь, если вы не подписаны. И встретимся с вами в новом видео. Пока-пока!